Передвижной салон красоты появится в Алматы. Этот проект признан лучшим в Сеуле. В конкурсе «Бизнес-идеи», организованном секретариатом форума сотрудничества Корея-Центральная Азия, приняли участие сотни молодых жителей региона. Свои заявки они отправляли организаторам по электронной почте. Авторы лучшей идеи получили 6 миллионов вон. Это больше 5 тысяч долларов США. Эти средства помогут им начать создание в следующем году в Алматы передвижного салона красоты. По словам молодых бизнесменов, их проект требует дополнительных инвестиций, но окупится через год. Проект был разработан для Казахстана, так как ВВП, ежемесячный средний доход, там самый высокий среди стран Центральной Азии. Особенность передвижного салона красоты в том, что клиенту не надо будет приезжать к нам. Мы сами подъедем в любое удобное время и место для создания макияжа и предоставления парикмахерских услуг.